С вами я, Миша Зой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. А с вами я, Миша Зой. Короче, произошла авария. У меня планшет разрядился. И... и выключился планшет. И видео, закончилось, вы понимаете. С кем не бывает. Ну что ж, друзья, давайте продолжим ехать до парка культуры. Да, все, сейчас поедем до парка культуры. Все, давайте. Берем какой-нибудь, давайте, какой подходит нам так. Короче, просто такой берем, давайте, друзья, и едем. Опа-па-па-па-па, давайте. Давайте. Вот, поеду за одной 20 минут. Так, давайте, друзья. Все, давай, давай, загружайся. Все, игра загрузилась. Это что такое? Друзья, это что? Это что? Ух. Ух, ух, ух. Так, друзья, как? Что тут сделать? Что надо-то? Ой, друзья. Фух, ну наконец-то. Так. Где? Нет. А где так? А где? Выкл. А где? Ой, где? А тут нету, короче, этого. Друзья, а тут, короче, на этом поезде нету РСЭ. И Диша. Ой, друзья, давайте сейчас быстренько поменяем поездочек. На. Все, ну вот такой мы сейчас поедем, да, друзья. Проедемся. Давай, загружайся. Друзья, у меня игра не загружается. Давайте сейчас. Все, готов. Так, РСЭ. Где Диш? Так. РСЭ. Резерв. А нет, РП там написано. А где дешифратор? Холд маневрованный. Так. Давайте. Короче, поезд не едет. Я понимаю, я включила РСЭ, но только где я? Это я выключил, это я включил. Так. А вот дешифратор и РСЭ. Все, погнали, друзья. Наконец-то. Фух.
Друзья, все, полетим. Так. Освещение. Освещение надо. Так. Освещение. Во. Во, друзья, так-то лучше. Я как будто бы на Яузе, друзья, вообще еду. На Яузе такой же звук. Так, это вот так делаем. Реально, я на Яузе, друзья, офигеть. Так, едем, друзья. Не беспокоимся. Так, тормози. Им! А как двери открыть? Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Черкизовская. Перемотка назад. Друзья! Где? Где? Короче, я не знаю. А! Понятно, это все так просто. Офигеть. Ладно, друзья, давайте. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Черкизовская. Погнали, друзья. Вот так. Все нормально, короче. Едем. Так, да, хорошо. Так, а Бобус тормозит. Ага, едем нормально пока, друзья. Станция Черкизовская. Все, приехали, друзья. Черкизовская станция, да, друзья, все. Ай, проехали, офигеть, немножко проехали. Так, ну ладно, ладно. Ждем пассажиров. Так. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Преображенская площадь. Все, закрываем, друзья. Где? Вот, закрытие вверх. Погнали. Все, едем. Так. Все нормально, короче. Да, друзья. Все нормально. Можем ехать спокойно. Просто летим. Ограничение 46 будет. Давайте, друзья, едем. Да, хорошо. Нет, только нет. Опа, заехали. Так. Станция Преображенская площадь. Ага, Преображенская площадь. Так, где? Ага.
Левая дверка открыта. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Сокольники. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Пассажир! Уступайте места инвалидам, пожилым вот людям, да, пассажирам с детьми. Так, все, погнали. Нормальные поездочки, я скажу. Такой себе, конечно, сказать можно. Но сам-то он красивый. Ага, затормозили. Все, нас тормозят. Все, едем 39-ку. Не-не-не, будет стройку. Так, все, едем. Нормальненько, все нормально. Сидим. Секс. Так. Страшно. Так, программа 1. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. О, как они в полете, вы видите? Вы видите, они в полете. Офигеть. Дверки открыты. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Красносельская. Погнали. Красносельская, следующая станция. Нормально, я скажу, нормально. Так. Скорость нормальная тоже, я скажу. Стопэ, тормозим. Ага, нормально. Не 38, конечно, а 32, 33, да. Нормально. Станция Красносельская. Ага, сейчас дверки откроем. Так, опа, тормози! Ну, немножко проехали станцию. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Комсомольская. Уважаемые пассажиры, все, погнали. Будьте взаимно вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми. Так, едем. Ну, 53-ка, это нормальная, я ей скажу, мы едем. Нормально, 53-ка. Сорок. Так, тормозим. 35-ка, 29-ка. 33-ка. Ведь стройка нормально, все, едем. Все спокойненько едем. Станция Комсомольская. Переход на кольцевую линию и выход к вокзалу Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Так. Скорость 0 была, видели, а хотя мы просто продолжали ехать. Офигеть. Так, друзья, нажимаем. Двери закрываются. Кнопочку. Следующая станция Красные Ворота. Окей, Красные Ворота, погнали. Так, едем в соседнее село на дискотеку. Так. Надо 50-ку сделать, короче, вот, 52-ка нормально, вот. На 52-ке нормально мы так едем с вами. Едем, соседнее село, на дискотеку. Едем сайд, погнали. Так,
Станция Красные Ворота. Ага. Красные Ворота. Ох, опять проехали немножечко. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Чистые пруды. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми. Ага. Ага. Так. Лайк. 53. 51. 52. Нормально. 52 нормально, вот едем. Так, а да точно, я забыл, я не увидел, зачем я 26 еду. А что у меня не разгонялось? Друзья, вы видели, бак не разгонялась, короче. Так, 37 это самая нормальная скорость, когда въезжаешь на станцию. Так. Станция Чистые пруды. Переход на станции Тургеневская и Сретенский бульвар. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Ага. Конечно, не забываю. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция Лубянка. Погнали, друзья. Скоро Чистые пруды будут уже. Да, друзья. Чистые прудики. Ой, какие Чистые пруды. Воробьёв горы точно. И Чистые прудики. Лубянка. 44 это вообще нормально. Разгоняемся. Едем, едем пока. Я уже сообразил по церковушке. Так, едем. Соседнее село, вот, приехали. Сюда. Соседнее село, наконец-таки мы приехали. Так, программа. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Опа! Опачки затормозили. Дверки открыли. Программа 2. Двери закрываются. Следующая станция Охотный ряд. Погнали, друзья. О, скоро библиотека имени Ленина. Нормально, друзья. После Охотного ряда будет эта библиотека имени Ленина. Погнали, вот так. Ага. Едем пока в соседнее село. А что тут мы проезжаем? Это Санкт-Петербург, пару городочков, да, друзья? Это шутка. Так, едем. 30 дня скорость, ну, это нормально, я скажу. Охотный ряд и библиотека имени Ленина будет потом. Опа-опа-опа, тормозим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, до сразу дверки открываем. Станция Охотный ряд. Переход на станцию Театральная. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Так, закрываем. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – библиотека имени Ленина. Поехали, друзья.
Моя любимая станция — библиотека Пип Ленина. Так, ага, 39-ка. Нормально, 40-ка, 41. Ну, 41, я думаю, ну, хорошо ехать. Да. Ну, 41, хорошо очень ехать. Так что едем. Угу. В это время твоя мама, пока ты смотришь YouTube. Так, едем, друзья, едем. Ага. Станция библиотека имени Ленина. Переход на станции Александровский сад, Арбатская и Боровицкая. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда ага. не забывайте свои вещи. Да, точно. Дверки открыты. Дверки закрыты. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Кропоткинская. Все, погнали, друзья. Так. Ну, для меня скорость 60 нормально. Ага, тормозим. Ага. Так, программа один. Ага, друзья, мы проехали на эту станцию красивенькую. Тоже она, мне кажется, красивенькая. Опачки, тормозим. Осторожно, двери закрываются. Ага. Следующая станция — Парк культуры. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Ага, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми. Ага. Давайте 40. Ага. Так, едем. Нормально, нормусь. Чаюсь Богом. Клянусь Богом. Как говорит Квинка Соумо. Клянусь Богом. Поехали. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Парк культуры. Офигеть, парк культуры. Все, мы приехали. Типа на конечную. Ага. Дверки открываем. Осторожно, ага. Двери закрываются. Следующая станция — Фрунзенская. Погнали, Фрунзенская. Едем. Так. Короче, наша задача сегодня — доехать до Воробьёва горы, да, друзья. Едем. Не разгоняйся, 61. Так, ага, тормозим.
остановимся. Так, заехали. Станция Фрунзенская. Так, Фрунзенское отправление. Надпись. Видите? Если видите, ставьте лайк. Если не видите, то подписывайтесь. Если не видите, подписывайтесь. Левая дверка. Осторожно, ага. Двери закрываются. Следующая дверки станция спортивная. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми. Скорость у нас небольшая, вот такая. Короче, мы останавливаемся, друзья, на Воробьёвы горы. А, да, точно. Так, наша задача сегодня доехать до Воробьёвы горы. Если не доедем, то все. Конец видео. Так, едем. Ага. Затормозили. Левая дверка. Точно. Станция спортивная. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте осторожно, двери закрываются. Следующая станция Воробьёвы горы. Ура, друзья! Наконец-то Воробьёвы горы! Ура! Воробьёвы горы. Офигеть, Воробьёвы горы. Наконец-таки. Едем. Как, конечно, выглядят Воробьёвы горы в симуляторе московского метро 2D? Меня это интересует. Ладно, давайте уже посмотрим пока. Когда прибудем. Так, тормозим. Я, короче, за это. Ага, друзья. Всё, поезд дальше не идет. Вау, друзья! Как же это красиво, Воробьёвы горы. Так, где? Ага. Станция Воробьёвы горы. Ну что ж, друзья, вы были на моем канале Мишутой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. А с вами я, Мишутой. А сегодня мы играли в игру симулятор московского метро 2D. Всем пока-пока!